যদি হরি শরণে সরসম মনো যদি বিলাস কলাসু কৌতূহলম মধুর কুমল কান্ত পদাবলিম শিনু তদা জয় দেব সরস্বতীম শিনু তদা জয় দেব সরস্বতীম শিশির ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শিশির ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ сказал, что избавиться от материальной истории и аллегории это зовется настоящим харибаджаном. Гаудия Гоштипатия Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад сказал, что избавиться от влияния истории и аллегории это зовется настоящим баджаном. На самом деле сегодня день Шилы Джаядева Госвами Пада. Это очень важный день. И будьте внимательны, что этот великий преданный, как, такой как Джаядев Госвами, он круглосуточно 24 часа в сутки был занят баджаном. И для него вот эти первоначальные слова, которые я сказал, они неприменимы для него, поскольку Шрила Прабхупада сказал, что те, кто те, кто занят воспоминанием того, что происходит и происходило в этом мире, это история, а аллегория — это то, что... То есть занят буквально какими-то мечтами. То есть человек занят какими-то мечтами, мечтает о что-то, эти мечты его разрушаются, и из-за этого беспокойство в уме возникает. И вот те, кто занят таким воспоминанием прошлого и мечтанием о будущем, для них невозможно харибаджаны. Чтобы его начать, они должны избавиться от своих материальных мыслей сначала. И вот Джаядев Госвами, он очень важная личность. Он настолько важен, настолько велик, что нет нужды его представлять. Шримад Бхагавадгита, она известна по всему миру и переведена на различные языки, больше чем 1000 языков. И после Шримад Бхагавадгиты этот произведение Джаядева Госвами Гита Говинда на второе место занимает. И вот после Бхагавадгиты это Гита Говинда Джаядева Такура, она также знаменита, подобно Бхагавадгите. И на самом деле та шлока, с которой я начал, она очень важна. Она написана Джаядева Госвами. И если вы хотите обрести то трансцендентное блаженное чувство, которое возможно только на Галоке, на Галоке Вриндаване. И поэтому мы говорим, какой же девиз Гаудия Матха Парам Виджайте Шри Кришна Санкиртанам? А почему Шри Кришна Санкиртанам? Шри Кришна значит Рада Говинда, не они заняты своими лилами, это наивысшее. Мы заняты какими-то материальными вещами, поэтому для нас практически невозможно достичь их уровня. И в начале всего мы должны развиваться, мы должны обрести какие-то качества. Если наш ум он поглощен, а если наш ум всегда размышляет о Галоке Вриндаване, then not possible. Jodi hari sarane sarasam mano,
Если наш ум очень, как сказать, он очень поглощен мыслями о трансцендентном мире, если вы хотите думать снова и опять о том Господе Хари, то в этом случае Мадхуро миду канта падавалим синутада джайдива сарасватим. In that case, you will have to и в этом случае вы должны go through this kind of writing by изучать его произведение Шрилы Джайдева Госвами. Джайдева Сарасвати значит in Jayadev, Prakrita Saraswati is sitting there in his tongue, на устах Джайдева пребывает трансцендентная Сарасвати, и она через него она являет славу Верховного Господа. Материальный ум он не может понять этот лила вилас. Это практически невозможно. На самом деле Джайдева Госвами он родился в месте под названием Бирбхум. Нитьянанда, он явился в Экачакре, может кто-то из вас был там, и вот в том месте, около, недалеко, около 50 километров, место под названием Бирбхум, Кенда Билваграм. Называется деревня. И там Джайдева Госвами родился в очень прекрасной семье преданных. Его отец и мать были преданными. Но отец умер, и мать тоже умерла, когда он был достаточно мал. И после этого, точнее, с самого рождения для Джайдева Госвами не было нужды принимать саньясу, поскольку он уже был, как сказать, такой готовый саньяси. У него были эти качества уже буквально при рождении. Он был рожденный готовый саньяси. И внешне, какую саньясу он может принять? С самого рождения он был саньяси. И потом он отправился в Пурушоттам даму, и там в этой Пурушоттам даме в Нилачале он жил долгое время. У него была огромная любовь к Джаганнатху. Он всегда ходил к нему в храм, совершал киртаны, совершал парикрама Джаганнатха. И вот долгое время он жил там. Он был великим пандитом. И царь Арисы, он понял, что он необычный человек. И он пригласил его. Как вы знаете, Сарвабхаума Бхаттачарья из Видьянагара. Он родился в Видьянагаре, но царь Арисы пригласил его к себе на службу. И после этого он жил там в Пурушоттам даме, и таким образом Джайдева Госвами с самого рождения, можно сказать, не с рождения, а с достаточно юных лет он начал жить в Пурушоттам даме. И кто-то может сказать таким образом, что Джаганнатху Нараян. Но те, у кого есть знания раса-таттвы, они не могут сказать так, они могут понять, что Джаганнатх, внешне мы можем видеть Джаганнатха как форме Джаганнатха, но Джаганнат, он на самом, в онтологическом смысле в Раджендрананда, но он полон расы. И Махапрабху, когда он смотрел на Джаганнатха, он видел, как, что Джаганнатх, он обнимает Радхарани и восседает с ней на троне.
таким образом, но обычные люди могут видеть, что Джаганатха нету ни рук, ни ног, ничего. И это Джаганатха, Виграха Джаганатха, она, это Виграха, она из-за любви в Раджа Према. Это долгая история, я не хочу ее полностью рассказывать. Но из-за этой любви тело Джаганатха, Баладева и Субхадры, они буквально расплавились в Двараке. И в Сканда Пуране описывается этот случай, как это и когда случилось. И вот те, кто, у кого есть расататва, они понимают, что Джаганатха — это Враджендранандан. И на все обычные люди, они думают, что он Нарайна и прочее. Но так или иначе, Джайдев Госвами, он всегда служил Джаганатху. И однажды одна брахманская семья приехала в Пурушоттам Даму, и там они взяли обед, они совершали баджан и дали такой обед. В общем, они молились, что у них нет детей, чтобы Джаганатх дал им какого-то ребенка, поскольку они несчастливы, не имея ребенка, и по милости Джаганатха. И вот по милости Джаганатха, у них родился ребенок, дочь точнее. И имя было ее Падмавати. И вот она родилась по милости Джаганатха, и день за днем отец и мать, они заботились, они, она росла, и эта дочь с самого рождения, у нее была особая преданность, она не была какой-то обычной, у нее была какая-то особая преданность. И впоследствии Джаганатх, он явился во сне отцу этой дочери и дал наставление, чтобы он отдал свою дочь за Джайдева. Ты поймешь, что он, кто, он всегда полон экстатической любви ко мне, он воспевает кир-киртаны, и ты узнаешь его. И ты должен отдать свою дочь ему. И вот по наставлению Джаганатха, отец подошел к Джайдеву Госвами. Джайдев удивился, сказал, что я практически живу в отреченном укладе жизни, я не хочу жениться, но это наставление Джаганатха, и поскольку он сказал это, я должен принять, что еще делать. Я не могу пренебречь наставлением Джаганатха. И вот так или иначе он был уже готов жениться на этой дочери. И вот они так поженились, и после свадьбы Джайдев Госвами был вынужден жить в ашраме домохозяина по наставлению Джаганатха. И говорится, что смотрите, по милости Джаганатха, эта дочь Падмавати родилась, и Джаганатх также организовал свадьбу для нее. И вот Джайдев Госвами так думал, что же делать, я по наставлению Джаганатха я женился, но что дальше делать? И Падмавати сказала Джайдеве: «О,
Прабху. Like подобно тому, как Рамачандра был отправлен в ссылку, то Сита Деви никогда не хотела оставить его общество, поскольку если муж отправился в ссылку, почему же жена не может идти с ним? И я не могу, я не хочу оставлять тебя, я хочу жить всегда с тобой до последнего момента моей жизни. И вот тогда Джайдев Госвами сказал, хорошо, если ты хочешь жить со мной все время, то хорошо. И с тех пор они начали жить вместе. И Джайдев Госвами, он там установил Радха Мадхав Виграху, которая находится в Джайпуре. И вот это Радха Мадхав Виграха, установленная Джайдевом Госвами, находится в Джайпуре, и там они служили. А до этого она в другом месте была, и они служили ей. И вот с... И вот после того, как они потом они покинули Пурушоттам Даму, вернулись в свой Бирбхум, в ту деревню, и на берегу реки Аджай они построили там какой-то баджан-кутир и начали совершать баджан там. И что же больше говорить на самом деле? Может, вы слышали имя Калидаса, который получил милость материальной Сарасвати? Калидас. Махакави Калидас, про него говорят. И вот Джайдев Госвами. Бару Чандидас Видьяпати. Адвайта Гасай уже встретился с Видьяпати, когда Адвайта Гасай он совершал парикрамы по святым местам, и тем временем Адвайта Гасай встретился с Видьяпати. И по милости Видьяпати имя Джайдева, точнее, имя Видьяпати было знаменито во всем мире, и мы также знаем, что когда Махапрабху совершал Гамбхира Лилу в Пурушоттам Даме, поскольку последние 12 лет Махапрабху совершал такой уединенный баджан, первые 12 лет он путешествовал по всем местам, а последние 12 лет он жил в одном месте, в Гамбхире. И в то время Шриман Махапрабху, он, с кем он, кто был рядом с ним? Рай Рамананда и Сваруп Дамодар. И вот они там находились в Гамбхире. И в то время настроение Махапрабху было полностью другое. Он был в Гопи Бхаве, он совершал баджан день и ночь. И после этого говорится, что Рай Рамананда и Сваруп Дамодар, Махапрабху, он вкушал вкус Гита Говинда и прочих уникальных писаний. И по милости Кришны, эти поэты, такие как Чандидас Видьяпати и Джайдев Госвами, они описали так много уникальной, эксклюзивной расататвы. Это все на бенгале практически. Джайдев Госвами писал на санскрите, а вот все остальные на бенгале. Любой поэт, писатель. Но если вы будете думать о Джайдеве Госвами, он занимает уникальное положение. И Махапрабху, он
наслаждался этой, как сказать, он вкушал вкус этой Гита Говинды. И однажды я сказал, что одна преданная матаджи, она пела какой-то стих из Гита Говинды, и Махапрабху, это в Пуре было, и Махапрабху случайно услышал, и он побежал на этот звук, подобно ветру. Он услышал, что кто-то поет Гита Говинду, и Махапрабху, подобно ветру, побежал в то место. И когда Говинда начал звать его, о, Прабху, там матаджи поет. И тогда Махапрабху, он остановился. О, что случилось? И после этого Махапрабху уже не мог двигаться, он стал подобно статуе. И Говинда, он добежал до Махапрабху, сказал, что там какая-то матаджи поет Гита Говинду. И Махапрабху сказал, о, Говинда, ты спас меня сегодня. Я бежал подобно сумасшедшему, чтобы обнять того, кто поет Гита Говинду. Я не знаю, кто ее поет. Я просто на этот звук бежал, но я знал, услышал, что это из Гита Говинды, и поэтому я, вдохновившись, я побежал туда. И потом, когда ты меня остановил и сказал, что это матаджи какая-то поет, я сразу же остановился. На самом деле, Паратпа Ракхилешвар Шри Кришна Чайтанья Махапрабху и Джаганатха, они не отличны друг от друга. И вот с самого начала, когда Гита Говинда была составлена, я скажу более подробно. И вот когда Гита Говинда была только написана, то было желание Джаганатха услышать эту Гита Говинду, и вот он дал наставление главному пуджари, почему же ты эту Гита Говинду не принесете и не будете читать передо мной ее каждый день. И вот по наставлению Джаганатха, царь Пури, он был вынужден организовать такое служение, чтобы Гита Говинду перед Джаганатхом читали каждый день. И даже сегодня, если вы пойдете, вы увидите, что вечером эти девидаси, они танцуют и читают Гита Говинду перед Джаганатхом. Это желание Махапрабху слушать Гита Говинду каждый день. Every day, Gita Govinda. Every day, Jagannath. Even today, if you go, и даже сегодня, если вы увидите, те, что панды, они совершают особое служение, они читают Гита Говинду перед Джаганатхом, и Джаганатх, он наслаждается этим произведением, поскольку эта Гита Говинда, она полна Браджа Према. И после этого царь Пури, он решил написать свою Гита Говинду, поскольку она так знаменита. И Джаганатх любит ее, я как бы, и Джаганатх меня как бы уважает, и я тут царь Пури, как бы, и вот царь Пури решил написать свою Гита Говинду. He is also Pandit, big Pandit. After that, the king of Jagannath Puri. И вот после этого царь Пури, он написал Гита Говинду. After that, и two Гита Говинду was kept. Actually, every day after reciting, they keep Гита Говинду in this, you know, bedi altar. И вот на алтаре было, они положили две Гита Говинды, ту, которую Джайдев написал и которую царь написал. И вот две эти Гита Говинды находились на алтаре. И утром, когда эта панда открыл алтарь, он зашел и видит, что Гита Говинда, написанная царем, она Джаганат кинула на пол, и она была раскидана по полу.
То есть и сам Джаганат выкинул ее, эту Гита Говинду царя, и потом он пришел во сне царю и сказал, что он хочет слушать Гита Говинду, написанную Джайдевом, а не тобой. И вот царь, он успокоился уже и не пытался что-то делать. И вот относительно этой Гита Говинды очень много сиддханта. В то время, когда Джайдев Госвами начал писать Гита Говинду в Кендра Бирбхуме, в округе Бирбхума, на берегу реки Аджая. И вот там Джайдев Госвами, он писал, и Джаганат, он заботился о семье Джайдева, поскольку это сам Джаганат взял на себя на себя эти, как сказать, взял на себя содержание Джайдева и его семьи. В Гите обещание Кришны Джаганатха такое. Что те, кто всегда думает обо мне, непрерывно, те, кто размышляют обо мне, это моя обязанность, что те, кто думает обо мне всегда, непрерывно, это моя обязанность поддерживать их и их семьи, будьте уверены. И тогда Джаганат, он был занят поддержанием семьи Джайдева Госвами. Падмавати, его жена, она была подобна Лакшми. Настолько мягка, настолько она всегда была занята служением. И вот Джайдев Госвами и Падмавати, они служили Радхамадаве, как будто они находились. Ну, в общем, они всей душой и сердцем они служили Джаганатху. Так как Джаганат надеялся получать служение во Вриндаване, и они делали это все, начиная с самого утра, они совершали арати, а потом арчану, подносили балбок, потом в обед, до этого ситалбок подносили, потом раджбок, потом вечером еще что-то подносили. Но несмотря на то, что они нигде не работали, у них не было денег, но сам Джаганат поддерживал их семью. Я удивляюсь, как это возможно было. И Джайдев Госвами, он был занят всегда. Он писал что-то всегда. Он так много поэм составил. Вот, например, этот киртан написан Джайдев Госвами. Махапрабху, он вечен. И я хочу сказать, что во время Лакшман Сена был царь Балал Сен. Здесь Балал Диги есть место. И если вы пойдете вот в ту сторону, в сторону Шивасангана, там Балал Диги есть место. Это историческое место. И вот археологи пришли, они там уж начали что-то копать, и
нашли какой-то большой дворец. Это был дворец Балалсена, Балалдиги место называется. И до сегодняшнего дня можно там это обнаружить. И Джайдев Госвами он был там Сабапандитом. Сабапандит значит у царей, у которых был вкус к духовной жизни, в то время какие-то великие цари, они и каждый день у них во дворе было какое-то собрание, не по пятницам, там, в субботу или воскресенье, а каждый день он организовал какое-то собрание. You know, like King Vikramaditya, nine pandit, jewel. Ну вот подобно тому, как у царя Викрамадити было девять таких выдающихся пандитов. Они жили при его дворе и Харидас Такур, not the Харидас Такур, Банке Бихари. Харидас Такур discovered Банке Бихари. Харидас Такур used to sing in front of Банке Бихари. Вот Махарадж переключился на Харидас Такура, который служил Банке Бихари. Он когда пел для Банке Бихари, он обнаружил его Банке Бихари во Вриндаване, и когда он пел перед этим Банке Бихари, то слезы текли из его глаз. И вот один из учеников Харидас Такура, он был профессиональным этим певцом. Он жил в царском, при царе. So nice song. You cannot understand what kind of song Haridas Thakur used to sing. And same song his disciple и вот те прекрасные киртаны, которые пел Харидас Такур, его этот ученик, он тоже пел такие же киртаны. Но царь, он хотел однажды получить даршан с его гурудева. Харидас Такура, Тансен его звали, как-то так. И вот он сказал этому певцу, что ты очень прекрасно поешь, но я хочу получить даршан твоего гурудева, но он сказал, что хорошо, но мой гурудев никогда не хочет, он живет уединенной жизнью и не хочет встречаться с всякими царями. Но он сказал, хорошо, мы издалека на него посмотрим, тоже хорошо. Получим даршан издалека, не будем подходить к нему, просто издалека поклонимся и все, достаточно будет. Ну, на этом они решили, и этот царь переоделся в простую одежду, и вместе с Танценом они пошли выражать свое почтение, принести поклоны Харидас Такуру, который Банке Бихари обнаружил. И вот Тансен сказал, смотри, как мой Гурудев поет и с каким чувством он поет для Банке Бихари. И он сказал, что смотри отсюда не нужно, близко к нему подходить, поскольку та раса, которая присутствует там, если мы придем туда, она может быть нарушена, поэтому нам лучше издалека смотреть. И вот они слушали, как Харидас Такур пел для Банке Бихари. Он никогда не заботился о своем горле, о этих голосовых связках. Если посмотреть на обычных певцов, то они очень заботятся о своем горле, чтобы не охрипнуть там или еще что-то. Слишком много
всяких этих, всяких забот о голосовых связках. А этот Харидас Такур, он жил во Вриндаване, у него за одежды была каупина только и одеяло, и ничего больше, и настолько прекрасно он пел. И после этого царь, он вернулся назад вместе со своим этим танценом. И однажды Акбар, этот царь Акбар звали, он попросил танцена, чтобы он спел такой же киртан, который мы слышали от этого Гурудева Харидас Такура в тот день. Да, я могу спеть так же. И вот он начал петь, и царь слушал. И вот он, этот танцен пел и пел, и после того, как он закончил петь, царь открыл глаза и сказал, что очень хорошо, очень замечательно. Но, прости меня, это не то, как пел твой Гурудев. Это, несомненно, красиво, но те качества, которые являл твой Гурудев при пении, это другое. А этот танцен засмеялся: «О, царь, я спел, чтобы ты доволен был, я пел ради тебя, а единственная цель моего Гурудева был Банки Бихари. Он пел для удовлетворения Банки Бихари только, и поэтому как это может быть одинаково? Мой Гурудев, он всем своим сердцем, он поет для Банки Бихари. Банки Бихари, он слушает это также внимательно. Мы должны верить в том, что Харидас Такур Банки Бихари, он иногда является перед Харидас Такуром. Сурьядас во Вриндаване, он в течение 80 лет он жил долгое время достаточно, больше 125 или около того. И вот он, неважно, дождь был, слишком большой ветер или еще что-то, он был слеп, он, и он с палкой он шел к Гирираджу. Шринат Гопалу, тому, кто держит Гавадхан. Он сейчас в Гуджарате находится. И вот он, и вот этот Шринат Гопал. И этот Шринат Гопал, он перед Сурьядасом. Он слушал, как поет Сурьядас. Это не однажды было, а много раз наблюдалось, что вот еще бывало иногда, что Кришна, он соревновался со своими преданными в умении воспевать славу Кришны. И Кришна, как правило, проигрывал своим преданным. Я забыл, как это место конкретно называется, но там это случалось, что Кришна, он соревновался со своими преданными в воспевании своей славы. И вот танцен говорит царю Акбару, что я пел для твоего удовлетворения, а мой Гурудев, он пел только для радости Банки Бихари. И как же ты можешь ожидать, что такие же качества будут в моем киртане? Это не может быть, прости меня. И вот этот танцен, king speaking, can you melt this stone? One stone is kept. А вот во время какого-то соревнования царь спросил, может ли кто-то расплавить камень, находящийся в какой-то стеклянной емкости. И вот он начал петь, а камень он
влиянием его киртана он расплавился. И однажды во время того, как обсуждали Бхагаватам, какой-то человек, бросил вызов, что вот там какое-то сухое дерево, оно практически высохло. А можете ли вы петь так, чтобы это дерево ожило и начало зеленеть и цвести? И вот, после того, как кто-то спел какой-то киртан, это дерево расцвело, и это возможно, если вы полностью поглощены совершением баджана, то тогда, несомненно, это возможно. Почему? Почему же это невозможно? Смотрите, когда Махапрабху собирался идти во Вриндаван, то тогда Прадюмна Мишра Нарисимхананда Брамачари, он начал медитировать, он хотел сделать всю дорогу до Вриндавана, чтобы она была усыпана цветами. Поскольку Нарисимхананда Брамачари знал, что Махапрабху идет во Вриндаван таким образом, я могу организовать цветы по всей дороге, чтобы Махапрабху шел и чтобы он шел по цветам, а не по какой-то колючей дороге. И вот он медитировал на это, и вдруг Нарисимхананда прервал свою медитацию. А почему? Поскольку Махапрабху не пошел во Вриндаван. До Канай Надшала это получилось у него сделать, покрыть всю дорогу цветами, а после Канай Надшала он не мог дальше думать об этом. Он снова и снова пытался медитировать, представлять это как-то, но ничего не получалось. А потом он узнал, что Махапрабху не пошел во Вриндаван, он дошел до Канай Надшалы и вернулся назад. И вот смотрите, это не какие-то шутки, это возможно, если вы будете думать. А если ваша концентрация на совершенно, я вам говорил, что в трансцендентном мире тот имя и объект, который именует этим именем, они не отличны друг от друга. И вот почему это уже было невозможно быть для Нарисимхананды Брамачари. И также смотрите, Махапрабху, он, когда он наступал на камни, они плавились, и Кришна, смотрите, он играет на флейте в Камьяване, и там можно видеть отпечатки его стоп. И вот Джайдев Госвами, он написал, не только написал какие-то киртаны, а Джайдев Госвами, он смотрел, какая лила происходит. И когда Наротам Такур что-то писал, Бхактивинода Такур писал, Джайдев Госвами писал, и другие великие преданные писали их. Их слова исходили не из ума, а из сердца, и поэтому каждое их слово, оно полно силы. Каждое слово, написанное Бхактивинодом Такуром, Наротама Такуром, Гурупад Падму, и то, что писал Гурудев, мы не имеем права не иметь ничего в них, поскольку каждое слово, которое они написали, оно имеет духовную силу. Если вы будете повторять их, то вы почувствуете, эта сила войдет в ваше сердце также. И вот Джайдев Госвами, он не только писал, это была медитация, он думал, он находился в той лиле. Хотя внешне может выглядеть, что он сидит в своей комнате и пишет, но нет, он находился в той лиле, в которую он описывал, как я уже говорил, что Рамайна написана кем?
Рамайна написана Тулсидасом. И это также я. И вот Тулсидас пишет. Но Тулсидас. И Валмики он составил Рамайну за 60 тысяч лет до того, как Рамачандра родился, явился в этом мире. Как это возможно? И вот Джайдев Госвами, он занят. And it is the only duty of Padmavati to watch if there is any problem with my husband. А, он был занят. To seek the satisfaction of husband all the time. Тем, что описывал Лила Господа, а обязанность Падмавати его жены была заниматься только тем, чтобы, чтобы заботиться о муже. И вот в Писании говорится, что если муж преданный, то обязанность жены только заботиться о своем муже. И тогда Господь будет доволен им. Но мы не должны, она не должна думать, что муж это просто какое-то, как сказать, живое существо, а нужно видеть его в связи с Кришной. Однажды один человек, он был болен этой лепросией, и жена была всегда занята служением мужу. Она знала, что она служит ему для радости Верховного Господа. И в то время жены Пативрата Нари звали, они от служения своего мужа обретали огромную силу. Вот как в случае с Гандхари, она была женой Анда Дритарашта. Она с таким, таким самоотвержением служила своему мужу, что она стала очень могущественной. А она знала, что служение мужу не отлично от служения Шри Кришны, и тогда она обрела огромную силу. Даже Брахма, Индра и прочие полубоги, они не смогли находиться рядом. Я вот могу привести вам пример, как, с какой самоотверженностью Падмавати служила своему мужу Джайдеву Госвами. И вот that leprosy has been. И вот Махарадж возвращается к тому человеку, который был занят, который был болен лепросией. И жена, она самоотверженно служила ему. И однажды муж он сказал, что он хочет, захотел какую-то проститутку, и жена, она и жена сказала хорошо, она принесла своего мужа какой-то вот той проститутке и сказала, что я буду служить тебе, если ты удовлетворишь моего мужа. Вот посмотрите, насколько самоотверженная жена была. И вот это. И это. Жена, она стала настолько могущественной, что она смогла остановить движение солнца. И вот как этот ее муж совершил какую-то ошибку, и Риши проклял его, что когда солнце взойдет, твой муж умрет. И никто не может остановить это. Я проклинаю его, и это жена. И эта жена сказала, что если я благочестивая, целомудренная жена его, то солнце не взойдет больше, и солнце остановилось. И после этого Брахма, Индра, они очень обеспокоились, что же случилось.
И смотрите, настолько могущественна целомудренная жена. Посмотрите, какого могущества она достигла. Я всего лишь два примера привожу. Но даршан Кришна не получат от этого. Но смотрите, но зато какое могущество они обрели. Что они говорят, это исполняется. И здесь Падмавати. Смотрите, какое чудо случилось. Каждый день Падмавати готовила. И была такая система, что Джайдев Госвами, после того, как он закончил арчану, Джайдев Госвами, он пошел принимать омовение, принял омовение, вернулся, начал принимать прасад, и после этого, и вот он принял прасад, что-то там осталось, Падмавати доела за ним, и вот он пошел немного отдыхать. Джайдев Госвами. И тем временем Падмавати она приняла прасад, пока он отдыхал. И вот однажды Джайдев Госвами, он писал Гита Говинду, и однажды он хотел написать что-то особое, и он смотрит, что Кришна говорит. О, Радхарани, я хочу поместить твои лотосные стопы к себе на голову. И Джайдев начал думать. Он видел, что Кришна, он попросил Радхарани, что я хочу поместить твои лотосные стопы на свою голову. И Джайдев начал думать, что это такое, это же плохо, не может быть такого. Как это возможно? Что-то не то со мной происходит, не может быть такого. И не могу я такое написать. И вот он остановился, решил передохнуть, пойти принять омовение в реке, охладиться, вернуться, принять прасад и уже потом думать, что писать, а что не следует. И вот Джайдев Госвами, он сказал, позвал свою жену, сказал, что пойду-ка я приму омовение, я тут перегрелся. Не могу дальше писать. Ну хорошо. И Джайдев Госвами ушел, чтобы принять омовение. И тем временем Джайдев Госвами, вот он ушел, а тем временем Падмавати, кто-то стучал, она открыла дверь, смотрит, вот ты вернулся назад, муж пришел, ты только что ушел на принятие омовения, но он сказал, что я пока шел, я вспомнил одну шлоку, надо записать. И лучше ты готовить давай быстрее, я сегодня не пойду никуда, я предложу это Кришне, приму и хватит на этом. И вот Падмавати, она приготовила все, предложила Кришне, и вот Джайдев Госвами, он принял этот прасад, и у них такая была традиция, что и вот Падмавати после обеда она делала массаж стопам своего мужа, и в этот день она чувствовала, что какую-то энергию, какое-то нечто подобное току исходит из его стоп, и он светится подобно солнцу, подобно какому-то светящемуся объекту. И вот она думала тем временем, и этот Джайдев отправил ее дать его прасад. И тем временем Джайдев, он дописал эти две строчки, Махараджа их повторяет. И вот эти слова он дописал. И в то время были такие перьевые ручки.
И вот потом Джайдев опять пришел, и вот он, когда он открыл дверь, он был ошарашен, что его жена ест просад до него. Как это возможно? Как это начал возмущаться, что всю жизнь меня сначала кормила, а потом сама ела, сейчас в чем дело, почему ты первая ешь? И вот Падмавати начала рассказывать, что ты уже пришел, уже поел, уже отдохнул и пошел дописывать свою книгу. И вот он пошел в свою комнату быстро проверять, что там случилось. И вот он увидел, что те две строчки, которые он не смог дописать, не смог дописать, то сам Кришна пришел и дописал эти строчки за него. И в доказательство своего вмешательства он оставил Питамбару со своей головы на том месте. И вот тогда он кинулся, он побежал к своей жене, начал говорить, что ты очень удачлива, сам Кришна явился к нам. Смотри, он оставил свой питамбар здесь, и ты настолько удачлива. И где? И он доел остатки той пищи, которую не доела Падмавати, поскольку он уверен был, что это Махапрасад самого Шри Кришны. И потом побежал в деревню рассказывать о величии своей жены. Но смотри, ты сам Кришна, он принял служение от тебя, настолько ты удачливая. Но я знаю, что Кришна благословил меня, иначе как я мог бы дописать это? Но я знаю, что ты более удачлива, чем я. Ты прикоснулась к Кришне, ты массировала его стопы, ты накормила его просадом, ты доела Махапрасад за ним. И вот с того времени Джайдев Госвами буквально сошел с ума. И вот эти последние строки были написаны Шри Кришной, и Джайдев Госвами начал восхвалять славу своей жены. О, Падмавати, ты настолько удачлива. И после этого Джайдев, он составил Гита Говинду. И Кришна, он всегда хотел слушать Гита Говинду. Там описывается некие уникальные вещи. Обычные люди, они не могут понять этого. И Махапрабху, он получал огромный вкус от слушания этой Гита Говинды. И вот потом Джайдев Госвами, он решил, что он не может жить дома больше. Я должен отправиться во Вриндаван. И Падмавати подумала, что же делать, как о нем заботиться, он почти сошел с ума. И вот Падмавати думала, как заботиться о нем. Material feeling gone. So for them is complete. Total material sense gone. It's the ecstatic feeling. How to maintain husband? Or those time you see is forest, you see, no train, nothing. И в то время, когда они жили, до Вриндавана нужно было пешком идти. Это 1500 километров, достаточно далеко. 1600 километers you will have to walk and go to Vrindavan. You see, in between so many problems. И не так просто было дойти. Loses sense. Иногда Падмавати, иногда
Джатев Госвами падал без чувств, и жене нужно было как-то приводить его в чувство, и так или иначе, пройдя через многие страдания, они так дошли до Вриндавана. И вот они дошли до Вриндавана, до границы Вриндавана, если точнее. Вриндаван бесконечен, но так или иначе есть какая-то область Вриндавана, скажем так. И Падмавати сказала: «О, смотри, мы дошли до Вриндавана». И Джайдев посмотрел на дерево баньяна, которое там было, и увидел, что Кришна вместе с Радхарани, Кришна, играющий на флейте, все Саки Манджари, они присутствовали там. И Джайдев Госвами, он побежал и упал без чувств. И так или иначе, и вот они, Падмавати искала, где же воду взять. Это сейчас много кранов с водой. Я вот в Гималаях, когда был последний раз, там очень опасно с водой, нужно лучше лишний раз переспросить, где питьевая вода, где такая мытьевая. А в то время какую-то воду нормальную достать тяжело было. И вот так или иначе, Падмавати, она хотела привести в чувство своего мужа, и вот как она привела его в чувство, вторая проблема возникла. Джайдев Госвами спросил. Он плакал и говорил: «О, Падмавати, как я могу войти во Вриндаван? Везде я вижу отпечатки стоп Радха Говинды. Как я могу наступить туда?» И Джайдев Госвами говорит так: «Как я могу зайти во Вриндаван, поскольку везде я вижу отпечатки стоп Радхарани и Говинды, я не могу зайти туда. Что же делать?» И он начал плакать. И внезапно он увидел Кришна, Радха Говинда там, и он забыл про все и побежал, чтобы обнять Кришну. И вот Джайдев Госвами так обрел даршан Радха Говинды. И его Радамада Виграха, можно найти ее в Джайпуре сейчас. Он был великим преданным, и Махапрабху каждый день слушал Гита Говинду, написанную им. Без Гита Говинды Махапрабху он не мог жить. Она очень прекрасна. Noon time separate, evening time separate, oh, every time separate. Rag, atav, not the same. Every time separate. И вот Гита Говинду пели в разных рагах, то есть по разных тонах. Если утром поют в одном тоне, в обед, в другом, вечером, в третьем. И это Махарадж приводит пример с этим киртаном, что утром поет его в одном тоне, в обед в другом, вечером в третьем. То есть много есть, несколько есть этих каких тонов, в котором поют киртан. Джайдев Госвами, он был саба-пандитом
царя. И однажды Лакшман Сен хотел встретиться с ним по какой-то причине, особой причине, чтобы ему что-то дать. И Чайтанья Госвами сказал, что я сейчас не могу здесь больше жить, так много беспокойств. И Чайтанья Госвами с Падмавати они оставили это место и отправились куда? В Чапахати. И вот Джайдев Госвами жил там какое-то время. И вот то, что написал Джайдев Госвами, это уникальные вещи. Если вы сможете понять тот или иной день, какая раса находится в его наследии, то это будет... Megamala, these are coming different kind of raga, tala, you know. So this way actually, Jayadev Goswami writing so many things. И вот Jayadev Goswami так много всего оставил нам, но самое знаменитое произведение его это Гита Говинда, Даша Аватара Стотра. So many, huh? Так много других других поэм. This way writing, you will have to. И мы должны петь его киртаны, сам Махапрабху, сам Шри Кришна. Он вкушал вкус от воспевания этих киртанов. Махапрабху жил в Гамбхире день и ночь, и он просил Сварупа Дамодара, чтобы он спел вот тот или иной киртан. И вот согласно настроению, уму настроению Шримана Махапрабху Сварупа Госвами, он пел для его радости. Иногда в Радхабаве он плакал. И это его чувство было уникально. И таким образом Джайдев Госвами, он был, он главный из поэтов вайшнавской философии. Даже если мы изучаем философию, то чтобы получить какую-то ученую степень, нужно изучать историю вайшнавской философии, вайшнава даршана Техас. И вот, то есть даже в современных индийских, по крайней мере, этих институтах и прочих учебных заведениях изучают поэзию Джайдева Госвами. И его имя, оно одно из выдающихся. И сейчас я вынужден закончить здесь.